Разговор о должниках и взыскателях, знакомство со структурой органа принудительного исполнения и новой профессией. Небольшая лекция и презентация, вопросы и ответы. В преддверии Дня защиты детей в гости к десятиклассникам Маловеземской школы приехали представители Одинцовского районного отделения судебных приставов. Я думаю, для меня эта встреча была полезна прям максимально, потому что я считаю, что подобные знания должны даваться всем, как сказать, школьникам. Все должны знать, каким образом можно расплачиваться с долгами, можно так сказать, каким образом эти процессы все проходят. Кстати, Ксения собирается быть юристом, серьезно подходит к сдаче экзаменов и готовится к поступлению в ВУЗ. Такие ребята могут в дальнейшем пополнить ряды Федеральной службы судебных приставов, прийти на стажировку, а остаться навсегда. Они не приходят, мы будем говорить так, цыплятами, которые не знают, что делать. Их научат, у них есть наставники, наставники их обучают, поэтому они легко вписываются в работу. Такие профориентационные встречи судебные приставы проводят ежемесячно. Посещают школы, детские дома, вузы Одинцовского округа. И это дает свои результаты. Служба сегодня помолодела. Средний возраст сотрудников от 21 до 35 лет. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».